Масштабный традиционный рок-фестиваль проходит в Ленинском городском округе уже 26 лет. На сцене выступают как уже ставшие корифеями музыканты, так и начинающие исполнители. Каждый старается донести до слушателя и зрителя свои истории любви и восприятия окружающей действительности. Все тексты песен, сама вот идея, заложенная в рок-движение, там может быть протест против каких-то моментов жизненных ситуаций, но главный протест у них – это как раз борьба с наркотиками. Потому что люди хотят заниматься своим любимым делом. В музыкальном марафоне было заявлено 8 команд из городов Видное, Подольск, Ступино и Санкт-Петербург. С первых минут фестиваля стало понятно, что концерт будет разноплановым и интересным. Каждый коллектив вышел на сцену с новинками своего репертуара. Что тебя ждет? Штиль или шторм? Новый горизонт. Масштаб не стал. Мне кажется, группа стала больше. И такие все матерые. И сегодня отмечу звук. Сегодня был замечательный звук. Да, прям было комфортно играть. Да, мы вышли прям. Все как нам нужно. Еще со дня создания рок-фестиваль стал позиционировать себя как музыкальный праздник в поддержку здорового образа жизни. И эта встреча не стала исключением и прошла в рамках антинаркотического месячника. Девиз прост: рок за здоровый образ жизни. Так что хочу вам пожелать, чтобы вы стремились к здоровому образу жизни, берегли себя, слушали прекрасную музыку. Хедлайнером фестиваля стала музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Кирпичи». Коллектив создан так же, как и сам рок-фестиваль в 1995 году и заслужил популярностью поклонников своими ироничными текстами. Очень хороший, интересный опыт, позитивный. Мы услышали много хороших коллективов, кстати сказать. Нам понравилось. Аляска 24, отличный коллектив. Да. Ну и кроме того, идея фестиваля против наркотиков, она близка, поскольку мы с самого начала нашего творчества эту идею продвигаем. Рок-фестиваль 2021 года останется в памяти зрителей яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Коллективы подарили всем гостям марафона мощный заряд музыкальной энергии. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.